Packard Bell EasyNote RS65 можно смело отнести к сегменту бизнес-ноутбуков. Об этом свидетельствует не только конфигурация устройства, но и его массогабаритные параметры. Но модель имеет также достаточно оригинальный дизайн и некоторые особенности эргономики. Проверим, насколько он удобен и универсален в использовании. Ноутбук имеет базовую комплектацию. В комплекте с ним поставляется только аккумулятор, зарядное устройство и документация. Диски с драйверами и программным обеспечением не входят в комплект поставки, так как модель оснащена операционной системой Windows Vista Home Premium. Packard Bell EasyNote RS65 очень привлекательный с точки зрения дизайна ноутбук. Он весит 2,4 кг, а для производства корпуса использовался как пластик, так и металл. Верхняя панель компьютера имеет глянцевое покрытие, декорирована ненавязчивой фактурой и окрашена в темно-серый. Также зеркальное покрытие использовалось для рамки окружающий экран и верхней части рабочей панели. Строгости дизайну ноутбука придает металлическая окантовка рабочей панели и выполненная в виде цилиндра центральная часть корпуса, в которой расположены шарниры. Packard Bell EasyNote RS65 оснащен 13,3-дюймовым глянцевым дисплеем с разрешением 1280 на 800 пикселей. Экран имеет высокую яркость и достаточно